И снова в эфире «На все 100». Ну как же выглядит «На все 100»? Знаем только мы. И сегодня не как всегда. Мы уже привыкли, что что-то там интересное происходит. Сегодня первого пострижем одного из самого красивого и самого светловолосого мужчины города. И мы решили сегодня сделать абсолютно другой образ и поменять этого мужчину на более в гламурную сторону. И я вам покажу в буквальном смысле этого слова как. Лето, жара. Первый совет обязательно. Сегодня вся программа будет упираться на челках, на глубоких челках, на очень удлиненных челках. Хочется, чтобы практически в прямом смысле этого слова все с лица убирали и делали абсолютно чистое и абсолютно не затронутое волосами лицо. В буквальном смысле этого слова входит в моду очень яркие оттенки. Поэтому вне зависимости от того, что мужчина или женщина, парень или девушка, для того, чтобы себя чувствовать в полном гламуре, в полном full fashion, обязательно в порядке следуйте советам стилиста. Что советует стилист этим летом? Одеваем очень яркие, очень слишком вызывающие вещи. Естественно, можно даже играть с цветами. Не обязательно их сочетать так, как мы сочетали цвета зимой или же весной. Летом можно носить слишком яркие шорты, бриджи, укороченные штаны и абсолютно однотонный верх. Либо этот же верх можно сыграть с абсолютно однотонными разными цветами. Либо зеленый, либо желтый, либо красный, либо фиолетовый. Поэтому играем цветами и не переживаем абсолютно ни о чем. Убирая нижнезатылочную зону, мы отдаем шее абсолютно наслаждаться свежим ветерком. Поэтому Денис уже абсолютно не будет ни разу чувствовать себя дискомфортно. Даже если будет около 35 градусов температура, что у нас летом практически всегда. Итак, филируя волос, мы уже отдаем направление для дальнейшей укладки. Поэтому вот таким красивым способом мы убираем эту красивую и глубокую челку Дениса. Вот таким красивым образом мы закончили нашу стильную, гламурную и гламурно-брутальную мужскую стрижку. Ну, покажем, наверное, то, мне кажется, наш мужчина уже занервничал, хочет посмотреть, что же там его ожидает. Как я уже говорил о том, что все-таки летом я советую девочкам, женщинам, мужчинам, неважно, всем людям, которые носят глубокую и углубленную челку, я советую убирать. И вот в данном случае практически очень похожий момент, когда с пол головы у нас начинается челка. Вот она такая большая, глубокая челка. И вот этот весь объем я советую со временем убрать в длину. И что будет дальше? Дальше будет объемная структура волоса уже и по концам. Поэтому для начала выберем с правого верхнего угла от глаза выберем вот такой красивый треугольник. То же самое можете сделать и вы дома, но только сильно не экспериментируйте. А сначала можно по чуть-чуть, по аккуратному, потом уже, когда набьется, так сказать, рука, можно и соседки также постричь. Вот, выбрали вот такой красивый треугольник. Вот он основной треугольник. И взяв редкую филировку, мы
Формируем эту красивую челку. Что касаемо концов нашей челки, тоже слегка фигуруем эту шикарную длину. При этом не затрагивая вообще никак вот эту часть нашей челки. Выравнивая эту красоту, эту роскошную длину. И заметьте, обязательно в порядке, это все делается на сухую, когда уже волосы в сухом виде. И еще вот таким способом можно убирать вот эти сеченные кончики, так как уже волос мы решили, что будем отпускать, и натуральный волос, естественно, сечется. И вот таким образом мы уберем сеченые волосы. Итак, пока звезда моя, так сказать, еще не видела себя в полном перевоплощении, мы отправим ее к нашему любимому и уже полюбившемуся косметологу, нашему любимому визажисту, доктору Ватс. Сегодня программа у нас посвящена, что мы с лица убираем челку и открываем наши бровки. Поэтому сейчас мы откорректируем бровки, приступим к легкому макияжу, потому что у нас сегодня такое вот настроение легкое. И лето макияж должен быть абсолютно прозрачным. И вечером можно, если мы идем на какое-то торжество, то добавить яркий оттенок помады. Приступаем к бровкам, делаем коррекцию и подчеркиваем наши шикарные глаза. Бровки мы откорректировали, а сейчас будем играться цветами. Делаем нашу любимую радугу на глазах под наше такое легкое платье. Сделаем блеск. Мы скулки мы уже выделили, нанесли тон. И ждите результата, ждите красоты, ждите эмоций. Итак, пока звезды готовиться. Мы с нашим маленьким чудом тоже отдадим красивую, во-первых, чуть изменим форму, во-вторых, мы уже отпускаем с ней челку. Я категорически против вот этих чудо-дорогущих и красивых резинок, особенно когда вот здесь. Но я понимаю, что тяжело. Мы уже отпустили достаточно длинную челку, поэтому для того, чтобы ей было легче, конечно, пока мама закалывает наше чудо, так сказать, с резинками. Итак, в буквальном смысле мы покажем этап вот этого момента отросшей челки, когда она уже отрастает. Она, естественно, уже более мягкая и более интересная становится личико. Подстрижем мы концы, чуть-чуть отдадим другую форму и красиво уложим эту челку. И в конце покажу прическу для того, чтобы это маленькое чудо сама могла собрать эту прическу в домашних условиях для себя. Итак, подкрутили мы и красиво нашу и аккуратную удлиненную челочку. И собрав в обычный красивый хвост, дополнив его красивой косичкой, закончили полный образ юной гламурной дивы. Ну что, хочешь посмотреть на себя? Да.
Вот они, эти мои звезды, и именно ты можешь оказаться тоже этой же звездой, оказаться в кресле у стилиста и поменяться полностью для того, чтобы стать еще лучше. Обязательно мы, как всегда, в этом поможем для того, чтобы вот вы потом обязательно комментировали и следили за нашими всеми выпусками. Будьте с нами, мы всегда рады. Вечно ваша Оксана Вад, вечно ваша Рай Крист. Пока-пока!